На Оренбургской станции переливанию крови очередь. Представители разных национальных организаций пришли сдавать кровь. В дальнейшем они станут не просто донорами, а донорами костного мозга. Медики обратятся к ним, если тяжело больному оренбуржцу потребуется срочная помощь. А пока их материал исследуют, занесут в специальную базу и каждому присвоят индивидуальный номер. Сегодня собрались здесь вот и казахи, и армяне, и узбеки, и поляки, и украинцы. И хочется выразить вот самую искреннюю уверенность в том, что люди оренбуржья, особенно молодежь, найдет возможным поучаствовать более активно в этом большом, хорошем, светлом мероприятии. Когда-то в советское время это движение было очень активно, сейчас оно возрождается. Что мы это делаем, и вне зависимости от того, какой ты национальности, потому что мы никто не знаем, чьи мы жизни спасем. Я считаю, что это прекрасная межнациональная инициатива, привлекающая интерес не только к донорству, но и к определенной гражданской, общественной позиции, которая нужна сегодня именно для выживания в большом смысле человеческого общества. В Оренбурге в 2010 году открыли первый в стране регистр доноров костного мозга. Сегодня в него входит более 1000 человек, а нуждающихся по области около 4000. Но подобрать этим больным родственного донора возможно только в 30% случаев. Если в регистре будет больше генотипов разных национальностей, то и возможность помочь увеличится. Ну, я, конечно, поддерживаю эту акцию, потому что она является актом милосердия, доброты и единения, помощи своему ближнему. Мы живем сейчас в очень тяжелом мире, очень тяжелое время мы живем. Вот недавние события в Петербурге показали. Поэтому нам надо заранее готовиться ко всему, быть сплоченными. И особенно к этому делу привлекать молодежь. Оренбургская станция переливания крови признана лучшей в России. Ежегодно здесь проводится более 40 000 переливаний, а более 12 000 жителей области признаны почетными донорами. Причем почти все оренбуржцы, сдающие кровь, делают это безвозмездно. Гульнара Виталинова, Максим Марарь, городской телеканал ЮТВ.